Вот сейчас наблюдаете, что умный пес сам идет, аккуратно переходит дорогу и идет в ветеринарную клинику для лечения. Тут буквально ему осталось метров 30 протопать. Попробуй ему как-то помочь, ну подбодрить что ли. Вот он, вот идет бедолага. И белый клык, и старенький уже. Замечу. Куда ты идешь? Ему лет 200 уже. И суставы болят старые. Не, клиника там. Да. Клиника вон. А вот вот. Скажи, Дим, даже собаки все в клинику идут. Все собаки идут в клинику. Улица рядом с Большой Советской, все собаки идут сюда в клинику. Вот. Ну, вот и указатель Большая Советская. Просто собака умная, она переходит дорогу только по пешеходному переходу. Вот в чем дело. Она сейчас до пешеходки дойдет, развернется и в клинику. А вот клиника. А вот клиника. Конечно, он пройдет сколько-то и не развернется. Если он нюхает, то он обходит свою территорию. Смоленский хатик. Видишь камни, да? Вон часы вот собака. Эта собака каждый день приходит на часы. И переходит пешеходный переход. Который переходит дорогу по пешеходному переходу. Строго по пешеходу. Смотри, а он в лечебницу может сейчас пойти. Да, и сейчас собака, которая сама идет в клинику ветеринарную. Рыбает ее сильно, старый, сам идет. Дорогу перешел по пешеходу. Вот лапа вывернута, видишь? Так, снимайся, это сравнялось. Thank you.